В общем, короче, девочки, добавила курицу, пусть тоже поджаривается, и побольше специй. Хочу, чтобы прямо супчик такой был, знаете, прямо со специями, чтобы он был острый. Почему-то острого не хватает в последнее время, не знаю почему. Так, тут уже овощи поджарили, помешаю немножко. И соли что-то добавила очень много. Ну, пусть, в общем, лучше чуть-чуть соли побольше, чем недосоленая пресная будет. Так, помешиваем, помешала. Знаете, девочки, вот еще вчера покупала красную фасоль тоже в фикс-прайсе. В общем, она мне очень нравится, она в томате, но белая лучше, просто белой не было. Ну, красная тоже, в принципе, неплохая, но она мелковатая. И в томатном соусе она должна быть. В общем, цена очень возросла, 40 рублей, а раньше она была 27, даже 25 стоила. Ну, не знаю, сейчас попробую банку открыть, мне нужно в суп просто ее добавить. Вот, посмотрим, что с ней, как она изменилась или нет. Ну, вот, я сейчас вот ее потрясу, прям слышно, что вода, ну, видимо, это томатный сок. В общем, посмотрим с вами, что внутри. В общем, девочка, открыла эту фасоль из фикс-прайса, вот она вот так выглядит. Вот, смотрите, вот. В общем, достаточно крупная, и здесь у нее, ну, вот это вот, я не знаю, что... Ну, вроде томатная паста, может быть, сок. Но для супа, я думаю, пойдет, подойдет. В общем, будем добавлять туда, ничего страшного, все нормально. В общем, девочки, добавила я сюда и фасоль, и этот томат, томатный этот сок, и, в общем, чечевицу и маш. Не забыть сейчас только воды добавить. Добавлю воды, наверное, еще чуть-чуть подсолю, и все. И пусть варится. Может быть, еще специи добавлю. Так что потом вам покажу, что получилось. Да уже время обед. Будем скоро обедать. Так что вот так. В общем, короче, девочки, суп уже доваривается. Я уже посмотрела, прям все сварилось. Ну, тут чечевица вот этот вот. Вот эти вот бобовые, они прям уже стали развариваться. Все такое прям коричневое, зажаристое. В общем, буду, наверное, сейчас кушать, выключать все, потому что у меня еще дела. Ну вот, сами смотрите, все разваривается. В общем, это азиатский суп, практически готов. Сейчас в тарелку все выложу и вам еще раз покажу. Так что всем приятного аппетита. Девочки, в общем, все. Выложила все в тарелку, просто я уже есть хочу, не могу. Ну, в общем, все сварилось, все нормально. Супчик очень вкусный, ароматный. Добавлю я, наверное, знаете, еще сюда немножко приправы. Это у меня перец, я покупала прямо у кореянки, это натуральный перец, он такой прям жгучий, ядреный. Ну и чесночок еще, хлеба нет, без хлеба, хлеб у меня протух. В общем, не будем поправляться, будем без хлеба кушать. В общем, вот такой супчик азиатский. Рецептик напишу внизу, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, все приму от вас. Всех жду, всем приятного аппетита, всем удачи, пока!